А в минувший четверг, 21 января, губернатор Игорь Руденев в прямом эфире телеканала «Россия-24» ответил на актуальные для Тверской области вопросы. Одним из главных тем стали начало массовой вакцинации, планы по газификации региона. Подробности прямо сейчас. Беседа с главой региона началась с вопросов о личном. Игорь Руденев рассказал, как провел новогодние каникулы и поделился впечатлениями от посещения Красной зоны в областной клинической больнице, где он побывал вместе с главой Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Помимо этого, глава региона назвал наиболее яркое и запоминающееся событие для Верхневолжья в ушедшем году. Я уверен, это, наверное, никого не оставит равнодушным. Это открытие мемориала Ржевского. А сейчас, благодаря президенту, благодаря его поддержке, мы восстановили историческую справедливость, что потери были не напрасны. И заслуга вообще этой Ржевской битвы, всего того, что произошло, еще только будет раскрыта в большом, я думаю, количестве интересных событий, публикаций. Особое внимание во время эфира уделили массовой вакцинации в Тверской области, которая стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. Как рассказал губернатор, сейчас в регионе вышли на уровень 500 вакцинаций в сутки. Но в ближайшее время этот показатель должен увеличиться до 2200 вакцинированных, в том числе за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области. Компания по вакцинации набирает обороты. Наша область очень активно включилась в кампанию. У нас уже провакцинировано более 2500 человек. Если говорить о вакцине «Спутник В», и у нас работает линия 122. Еще одной темой разговора стала газификация региона. Игорь Руденев отметил, уже проделана большая работа. Темпы дальнейшего подключения к голубому топливу снижаться не будут. В регионе программа газификации разделена на 5 лет. С середины 2021 года начнется строительство ключевого газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. Как отметил глава региона, сейчас составляются планы графики внутри муниципальных образований для того, чтобы возможность подключиться к газу была и у жителей, и у предприятий. Также в эфире программы обсудили тверские инициативы, которые получили федеральную поддержку. В частности, это обучение детей из одной семьи в одном образовательном учреждении. Переход на новую модель пассажирских перевозок. Нам очень важно не просто сказать, что мы первые, а дать, чтобы этот опыт позволял нам успешно развиваться как субъект Российской Федерации, развиваться как общность. Наш региональный опыт – это еще и путь к развитию нашего населения, потому что если область успешна, то и население должно расти на этой территории. В завершении прямого эфира Игорь Руденев рассказал о планах развития Тверской области в 2021 году. Главное – это модернизация системы образования, создание новых рабочих мест, продолжение ремонта дорог. Также глава региона отметил, что в этом году в эксплуатацию будет сдан мост в Вышнем Волочке. Начнется строительство западного моста в Твери.